Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. И как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами боксом Best Crypto. Значит, вчера я в него зашла, но на вывод, ребятки, я его не проверила. Минимальный вывод здесь от 10 центов. Это на Faucet Pay. Но также здесь есть выводы на Pair. Можно выводить от 50 центов. Ну, здесь вот платежи, это все можно посмотреть. Значит, здесь можно выбрать, господи, язык, русский, например, да? И кликаем вкладочку «Зарегистрироваться». Значит, прописывайте e-mail, логин, два раза пароль, капчу «Зарегистрироваться». На почту приходит письмо. Подтверждаете адрес электронной почты. Я же войду. Вход по имейлу и паролю. Разгадываем капчу. Кликаем авторизоваться. И попали в кабинет. Вот здесь вот я вчера просмотрела рекламку. Вот такую сумму я заработала. И давайте посмотрим. Так. Ну, рекламку здесь просматриваю, как обычно. Кликаем, ждем отчет таймера, разгадываем капчу во всех аналогичных боксах, да. Значит, это здесь вкладочка PayPal, здесь вывод $3, естественно. Если мы кликнем на Pair от 50 центов, вот здесь минималка. Если биткоин Faucet Pay 10 центов, Ethereum 1 USD, Litecoin 1 USD, Dogecoin 1 USD. Здесь или биткоин можно выводить от 10 центов, или на Pair собирать все, вывести 50 центов. Я считаю, что это неплохо. Ну и криптокошельки как бы. Далее идет вкладочка «Рефералы». Значит, рефералы. Ага, вот здесь вот находится наша партнерская ссылочка. Можно кликнуть и скопировать. Так, таблица лидеров нам не надо. Есть AfferWall. Посмотреть. Если кто любит... Далее, автокран мне недоступен. Есть ручной кран. И сбор 1 минута. В принципе, на кране можно и посидеть. Значит, разгадываем капчу и антибот. Значит, что у нас? 10, 7, 2 и на синюю вкладочку. И вот такое количество засчиталось. Я считаю, что стоит обратить внимание вот на этот бокс. Довольно-таки неплохой, хоть он дает не сильно так и много. И пошел отчет таймера. Через минуту я опять могу зайти. И в день доступно всего лишь 100 кликов. Далее колесо фортуны. Но также оно недоступно. Или доступно. Здесь надо энергия. У меня нет энергии, ребятки. Так, короткие ссылки нужно просматривать, чтобы была энергия. Вот, ПТС у меня, к сожалению, просмотрено. И здесь нормально так рекламки было. Вот. Ничего сложного, я писала 1 100 000 раз по аналогичным боксам. И здесь просмотр рекламки такой же, как и везде. Так, задачи. Задачи здесь нет ничего. Нет, есть. Значит, что-то здесь не переводится. Так, работа в чате. Вы должны попробовать. Читаете, что это, следите. Так, много здесь с помощью крипто. Моим секретом не знаю, что это такое. В общем, читайте. Кто хочет, можете выполнять.
вот эти задачи и получать вознаграждение. Здесь достижения, здесь казино, игры, это ничего не надо. Рекламировать я здесь не рекламлю. Профиль, там тоже нет ничего. Профили. История, служба поддержки. Вот такой вот букс. Конечно, я здесь поработаю, попытаюсь заработать. Реферальная ссылочка также находится на домашней страничке. И вот здесь заработайте. Это задание. Я их не люблю. Я если это на серфинге, ну и на кране. По раз в минуту можно зайти. Присоединяйтесь к нашей группе на Facebook. Вот. Это я вчера что-то я пропустила, ребятки. Присоединиться к группе. Бесткрипто видим, да? Почему бы и нет? Это закрытая группа. Ну и неплохо. Вот. Как-то у них тут все по-серьезному. Даже группа есть. Ну и попытаться или на биткоин вывести, да? Вот. От 10 центов. Если вот так мы сотрем, это тоже поставим 1. Это будет 205 биткоин сатошков. Я считаю, это неплохо. Ну и на пайр 50 центов тоже можно попытаться набрать. Или же на Faucet Pay. Ну а здесь по 1 доллару. Нет. Интериум. А, нет, вот здесь, ребятки, 1 доллар отображается. И лайткоин доллар. Доги. Ну а PayPal так вообще 3 доллара. Еще плюс PayPal комиссию возьмет. И в итоге получать там ничего будет. Половину. Так что или на Pair, или в биткоин сатошах. Я считаю, неплохо. Как проверю, наберу минималку на вывод. Естественно, я закажу вывод. Вот. Здесь надо будет прописать электронный адрес с Faucet Pay или номер кошелька Pair'а. И потом буду выводить. Постараюсь записать видео по выводу. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Не интересно, не работайте. Всем удачи, всем пока.